Сербера живые? Стоим. Сними Ирбиса. Ирбиса живые, ждем показания. Принято. Техника врага ушла на восток, очень близко. Прохаская Возьми, губа, я тогда подожмусь поближе, чтобы уже увидеть. Давай, делай, здание. Как знаешь. Техника принята, так. Согнал, далеко на восток. Вижу БТР, пуск. Ирбиса тут? Да, на связи. Принято. Так, страйкер РВ уничтожил БТР. КамАЗ есть свой? КамАЗ есть. МГС, ты сейчас стрелял фугасом, вопрос? Да, стрелял. Что-то не так? Так, один минус БТР, громко. Отлично. Громко. Так, у вас был контакт сейчас? Так, это вектор. Вижу БМП, пуск. В районе Карпольники была сейчас совершена стрельба. Так, штаб, АРВ Товка выбил БМП и БТР. Красавчики. Так, Вагнера, ну аккуратно двигайтесь тогда к РВшникам. Сейчас сгорело. Вагнера тут? Ответил. Сейчас еще пеха, сука, добью. Поставил, попробуй как-нибудь так зайти, начать чистить ЖД-шку. Все остальные подтягивайтесь на ВП-5. Сильно не страйкер ДРФ выбили. Да. Страйкер ДРФ выбили. Из чего? Присыг гранатометчика 2. Страйкер ДРФ. А, вот. Шило минус. Че, шило забрали, да? Смотрю, метку поставили. Да, был доклад, что у нас. Красиво. Ну танки остались. Что-то по БТРам вижу, не знаю. Танк противника на юге. Метку, срочно. Сейчас. Разворачивайся, заводись. Разводись на юг. Штурмуйте, давай. Ориентировочно. Давай. Разворачивайся, выезжай, как мы обратно ехали. Что он делает, Бербек? Он просто едет. На север или куда? На восток от моей. Ага. По синий, давай. Вы из леса ебашите, парни. Я родник потерял там. Да. Я понял, ищу его. Да, давай на запад прокатимся, сейчас я поставлю. Как-то так. Давай актуально. Да. Шапка. Парни, кто-нибудь видит этот танчик, который на юге? Ищу его тут. Не вижу еще твой маршрут дальше. Пока я дальше подкатываюсь. Стоп, пока вы атаки, где у нас написано это БТР? Прям на стрельбе. Вижу его, стоп! Танк вижу! Так, это первый. Все, принял. Техника страйкираем. По танку попадание. Пехоте. Дай меточку. А, это Барсули. Ой. На связи, да. Там где штаб был. Нет, вроде. Это я просто работал, думал. Танк поставил на западе. Он укатывается, блять, какого хуя? Вот так. Так, страйкера М2 всем подкатывается в район ЖД. Всем подкатывается в район ЖД через лес, где прошла союзная пехота. Понятно? Валим. Не-не-не, стоим. Я его веду. Может быть, он будет просвет, я выстрелю. Танк с текущей метки двигается на север. Стоп, Виктора, чуть западнее пройдем, попробуем. Да нет проблем, работайте. Как он, блядь, выжил? Проверить всю ЖД тогда. РВ, Вагнер, Ирбис на вас восточная часть, Виктора на вас западная часть. РВ, как прочистите Вагнера и Ирбиса? Начинайте сейчас вниз, ну, в сторону триггера. А вы что, живы еще? Да, идем. Кстати, метку подвигайте, не вижу. Так, давай обратно на башню поехали. Понял? Ну, где мы были? Тафы. Сможешь сам? Танчик с запада в триган есть, вражеский танк. Понятно. Есть там МГС, чтобы его щелкнуть? Синяя декер. Понял, сейчас я подъеду, попробую его. Давай, блин, тут только трекера оставь. Ну, 2 минуты. Едет с запада на восток. Я понял. Всем приказ, идти до ВП-6, дальше ВП-7 и дальше триггер.
Все, кто проходит ЖД, выйти на КВ штурма. Тур куда-то что-то пролетел. Это Роник, Роник по пехоте дал. Танк еще жив. Да он там спрятался, бля, я его не могу видеть отсюда. Танк прям над триггером. Поставь мне. Поставь. Поехал, пушистик актуально. Танк на мне. Танк на пушистике. Танк начал движение. Вижу, работаю. Пацаны, пушистик, метка, слышите? Там на актуальный, блядь, танк. Да, 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 поставили уже. Не работайте, блядь, сейчас сдохну. Все, минус танк. Опа, нам танк. Отвечай. Назад. Там стоп. Назад еще раз. Бля, сори, парни, за фут. Назад, вставай. Мы уперлись. Назад. Блядь, ну что ж ты делаешь-то? Енот, ну разверни, блядь, колеса правильно. Все, хорош, стоп. Стоп. А теперь... Роник, ты танк вынесл? Один, да, второй работает. Вперед. Чуть вперед. Потихонечку. Я тебе скажу, когда стоп. Он не убивается, почему он тут? Все, минус танк. Минус танк. Остался западный танк остался, ребята, западный. По мне прилет был, я выдержал два выстрела. Метка Бербека, западная танк. Актуальная? Да, походу западная вот эта вот. Штаб, докладывай Тирбис, у нас Зелен, один танк по пути выйдет. Да, не добили, я поставил на него. Красавчики, продолжаем штурм. Азимут 80, от нашего Фалкона еще едет. Азимут 90, 100, Фалкон едет по полю танка, кажется. Да метку. По звукам. Все, он выебал нашего Фалкона. Какого Фалкона? Метку, что, блядь, такое Фалкон, блядь? Страйкер? Ванга, БТФ, Ванга, вам там медик нужен на вашей метке, да? Да, медик нужен. Все, едем. А кто сейчас наш этот взорвал? МГС, что-то прилетело по МГСу откуда-то. Кто-нибудь видел? Ой, танк, Роник, там... Танк над триггером уезжает на северо-запад. Вижу, даю. Поставил. Есть попадание. Отрядом идти к триггеру. Надо... Попал. МК, не работай по высоткам с желтыми линиями. Танк минус. Отстаньте работать по желтым высоткам. Технику всю выбили у врага? Еще 55-ка где-то. Медик есть хоть какой-нибудь? Медик есть, едет на вызов БТР. По желтым, скажите, мы своим, работ... чтобы не работали по желтым зданиям. Все, по желтым зданиям не работает. Кто на КВ-триггера, передайте. И везде прокричите на КВ. Ну я ему... Он еще стреляет, да ладно, ты гонишь? Ну давай второй еще. Давай. Все, в башню. Ну такие не живут. Один в корпус, еще в башню. Он должен взорваться, этот танк последний. Все, башня у него минус. ПТФ по танку тоже две трубы попали. Сорян, босс умер. Босс, давай, вперед, выкатывайся. Как мы стояли до этого? Посмотрим, что слева. Босс АРВ был. Ну, он сдох, в общем, стоял. Ну, я принял. Ничего страшного, не успел я его поднять. Страйкер еще. Четыре птура осталось. Не может выйти, осмотреться. Не ставь, закончил. А что танк, он, блядь, не умирает, что ли? Ну, там два птура за сандалина, забейте. Убита башня, стрелок там остался. Выпрыгнул слева. Уничтожил экипаж танка. Красиво. Все, теперь он точно уничтожен. Так, зэка еще надо. Все в триггер, бегом. Сейчас тоже поедем в триган.
Ванга, связь. Ванга, о, по нам пытаются. Ванга, время осталось немножко, давайте... Откуда? Мы штурмуем, я уже дал приказ о штурме. Да, по левому борту. Вижу. БРДМ, я его убил, все. Что за дебил? Он с ПКТ стрелял, поехали в триган. Так, Родик еще бардак с ПКТ забрал. А успокойся уже. Он приехал и с ПКТ стрелял по страйкеру зачем-то. Ну я странный человек. Как довезешь меня, выпрыгивай сразу, я с последним туром попробую. Я задымлю, выпрыгнем, понял? Принял. Ну ты выпрыгнешь. Сейчас вот красный, следующий поворот направо здесь после взрыва, да здесь направо. Оп. Вот она база. Вот видишь, где страйкер. Да, надо найти выход, я не понимаю, где выход здесь. А, выход слева. По нам пытаются пробить чего-то. Со страйкера, лол, захваченного. Ты живой? Да, живой. Все, все, у нас нет туров. Через лево можно заехать. Мы что, врезались или что, я не понимаю? Нет, уперлись просто. Вот здесь налево поворачивай сейчас. Здесь заход. Я сейчас задымлю его. Смотри, тебе надо корпус направить прямо вот направо на заезд, понял? Чтобы дымы полетели вперед, понял? Внутрь? Да. Здесь направо поворачивай. Заезжаем внутрь, нахуй, короче. Так, одну завесу дал. Так, на южном входе дал завесу, страйкер. Заезжай. Да, заезжай. В принципе, мы можем оставаться здесь, на самом деле. Перевес-то будет. Ну-ка, проедь вперед. Если хочешь, не знаю, можно выпрыгнуть, конечно. А, трубы перед... А, это наши? Трубы чистые или нет? Ну да, это наши. А, наши чистят уже. Там надо их убивать, их там трое. Я выпрыгиваю, короче. Бать лагает. Енот, на КВ тригана. Которого нету, да? А, нет, есть. Чё, по триггеру ГП сейчас? Ты с востока, противник, походу, ГП-25 по звуку. Да, с востока, я говорил, есть враг. А заход только с севера в это здание, да? С двух сторон. Север-юг или что? Север-запад. Второй этаж, можно гранату докинуть? Подожди, мы штурмуем. Чё, хватит второй этаж. Блять, с запада кто-то еще стреляет ГПшками. Хватит второй мы этаж. Мы внутри, центральный этаж. Второй этаж на ГПшке. На нулевом есть этаже кто-нибудь? Здесь второй этаж, противник. На втором этаже есть. Даю трубу! Надо трубу! И здесь уже внутри, зачем? Второй этаж есть. Второй этаж есть, это не ГП, что ли? Все, закончили. На пожалуйста, втором свои тоже есть. Тут много этажки бегает. Все, братан, я дыму кинул, подожди. Нижний этаж зачистили, нет? Броник на нижнем.
Нижний этаж, свои, свои нижний этаж. Все, не стрелять. Все. Блять, сори. Нижний свой. Добивайте всех, кто здесь живой, может быть живой еще. Граната дальше, мужики. Менее 3 гадов должен быть. Первый этаж полностью наш, нулевой который. Все, все. Так кто все там с этого, с МК-19 ебашит? Что, ёбнулись там? Время 10 минут еще. Давайте, парни. А чё, говорите, все зачищено якобы? А, подвал еще есть, ебать. Подвал. Ну, блять, давайте подвал пробовать, парни. Ну не отвечает. Все, остался. Хорош, парни, красавцы. Молодец, Проказка. Спасибо, что подхватил.